Это тоже готовый, да, получается, курительная смесь, да? Подозреваемые самостоятельно изготавливали курительные смеси из синтетического реагента, а затем продавали спайсы всеми известными способами. У каждого подельника был свой круг клиентов. И для чего вам здесь вот ложка, вот, как вы черпаете, что ли, как бы, ровненько раскладываете, что ли, по пакетикам данной ложкой? Наркоторговцев задержали с поличным сразу после того, как они сбыли партию курительных смесей очередному покупателю. В ходе обысков изъята банка из-под кофе, в которой находилось 40 пакетиков высококонцентрированного реагента. По оценке специалистов, изъятого количества порошка могло бы хватить на изготовление десятков тысяч разовых доз спайсов. Кроме того, наркополицейские обнаружили электронные весы и упаковочный материал. В отношении задержанных выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Всем задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Мария Молоченькова, Ольга Лаврова, эфир 24.